Лето, отпуск. Так хочется выбраться в жаркие края и хорошенько отдохнуть. Но резкая смена климата часового пояса могут привести к сильнейшему стрессу для организма. Процесс акклиматизации для многих туристов неизбежен, но выход есть. Акклиматизация – это процесс приспособления человеческого организма к новым климатогеографическим условиям. Первое время, конечно, очень тяжело. Организм перегревается, процессы терморегуляции страдают. И поэтому человек плохо себя чувствует, это сказывается, появляется головная боль, появляется недомогание, ухудшается сон, ухудшается аппетит. Чем здоровее человек, тем легче он переносит акклиматизацию. Поэтому до отъезда на отдых следует вести правильный образ жизни и заниматься спортом. При резкой смене климата особенно важны витамины групп А, Е, С. Можно пропить целый курс, чтобы как следует укрепить иммунитет. А из продуктов отдайте предпочтение клюкве, чесноку, смородине и гранату. Чтобы организм легче адаптировался к смене часового пояса, можете еще дома потихоньку менять режим дня. Вставайте и ложитесь спать на несколько часов раньше или позже. На юг вообще-то рекомендуют выезжать, особенно деткам, не меньше 20 дней. Потому что вот на те дни, когда выезжает человек на неделю, там на две недели, процесс акклиматизации даже не успевает произойти. И о лечении югом никакой речи здесь быть не может. Если по приезде в жаркую страну акклиматизация все-таки дала о себе знать, не спешите вливаться в полноценный отдых. Лучше как следует отдохните и расслабьтесь. Чтобы избежать обезвоживания, пейте побольше негазированной воды. А для полной релаксации насладитесь ароматерапией. Масло лаванды избавит от головной боли и поможет хорошенько выспаться. Самое главное правило – это не выходить на солнце, когда его лучи самые такие нещадные. Физические нагрузки здесь противопоказаны для того, на этот период, пока человек адаптируется. После окончания отдыха не теряйте бдительности. Вас может ожидать обратная акклиматизация. Поэтому желательно оставить себе еще пару дней отпуска для возвращения в привычную жизнь. Будьте здоровы! Диана Галих, Максим Доленко. Утро-студия. Хорошего настроения!